Увеличение транспортного потока, несоблюдение правил и низкий уровень дисциплины водителей – причина ДТП на железнодорожных переездах. В 2013 году на ЖД переезда Краснодарского края произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 4 человека и столько же пострадало. Главная причина ДТП на железнодорожных переездах – грубое нарушение правил дорожного движения, игнорирование запрещающих сигналов светофоров и требования дорожных знаков. Водители при подъезде к ЖД-переезду обязаны выполнить требования дорожных знаков, светофоров, разметки и указаний дежурного по переезду, а также убедиться в отсутствии приближающегося поезда. При работающем сигнале светофора водитель обязан соблюдать правила дорожного движения, не останавливаться, убедившись в проезде поезда с левой и с правой стороны. Если отсутствует поезд и работает сигнал светофора, то водитель обязан просто проезжать прямо, не создавая никаких помех и также пробок. Особую тревогу вызывают частые случаи столкновения автотранспорта с пассажирскими и пригородными поездами. С начала 2014 года произошло 30 таких случаев, в результате которых под угрозу были поставлены жизни и здоровье не только работников локомотивных бригад, но и тысяч пассажиров. Сотрудники полиции выявили в Анапе более 10 нарушений на железнодорожных переездах в течение одной проверки. Сотрудники ГИБДД и роты ДПС будут проводиться в местные рейды постоянно.